Всем привет, с вами Илья Кузнецов, и сегодня у нас круговая тренировка, которая вам поможет развить силу мышц живота в домашних условиях, не имея под рукой специального оборудования. Но прежде чем приступить к тренировке, ставим лайк под этим видео и подписываемся на канал. Суть тренировки в следующем. Мы будем выполнять комплекс, который состоит из трех упражнений на пресс. Первое упражнение – это подъемы в верхней части корпуса, прижимая поясницу к полу. Второе – подъемы ног. И третье – фиксация положения лодочкой лежа на спине. Все упражнения выполняем в течение 30 секунд. Каждое упражнение выполняем последовательно, друг за другом, без остановки, в одном подходе. Таким образом, нам нужно выполнить 4 подхода. Отдых между подходами – 1 минута. Ну что, начнем? Выполняя эту тренировку, вы сможете отлично укрепить и подготовить свои мышцы живота для изучения более интересных и сложных упражнений. Самое главное – регулярно тренироваться. И тогда хороший результат не заставит себя ждать.